Троица должна. Тысячу, я думаю, у нас нет, будет. Нет, вот к этому моменту. По графику, Владимир Ильич, не хочу цифру перевирать какую-то, да, но мы считаем, что у нас сегодня в заделе должно быть 57%, мы вышли на 60%. На сегодняшний день, может, Минсельхоз помог, очень оперативно, кстати. Там проблема в том, что не все домостроения были соответствующим образом оформлены, да, должным да. образом. И необходимо проходить судебные процедуры. У нас уже они почти прошли. А? У нас уже они почти прошли. Но это 35 ваш... человек, да, обратились, ваш... 20 положительно. Это в вашем да, селе, да. А в целом по республике процент небольшой, к сожалению. Да. Потому что у нас, ну, поселок старый, 36-го года. Наш, извините, мало за мое волнение. Фото, фото на память, Владимир Владимирович. Да? Пожалуйста. В истории на Аттар Михайлович. А то потом скажете, что вы ни при чем, что вы вовремя не сдадите.